Окей. Мы почти на месте. Но чтобы обезопасить себя, нам нужно проскользнуть мимо этих стражников. Для этого важно сделать все тихо и незаметно. Конечно, путник! Спасибо, что провел меня через эти дикие леса! Хорошо, тише, дружище. Потише, ладно? Ладно. Незаметность — мое второе имя. Не так громко. Так. План такой. Обойдем стражника слева, затем спустимся по склону и отвлечем стражу справа. Перебежками от дерева к дереву у нас получится обойти последнего. Самое главное, держись позади. Ты чего творишь, Юджин? Путник! Назад! Я напуган! Заткнись, заткнись, заткнись! Где ты, путник? Иди сюда! Этот лес такой пугающий, путник! Вернись! Мне нужна твоя помощь! На помощь! Спасите! Эй! Помогите! Помогите! На помощь! Спасите! Помогите! Юджин, молчи, 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 молчи! Путник, вот ты где! О, я так испугался! Закрой рот! Да закрой ты рот! Какой же это страшный лес! Вот падла! О, путник, я так закрой испугался! Закрой пасть! Закрой свою пасть! Закрой нахрен свой рот! Почему ты так груб со мной? Эй, ты! Эй, ты! Эй, ты! Эй, ты! Как же я ненавижу сопровождение! It's all around me. There are lots of buttons. Press them and we shall all be happy. F*** that up.